Ну вот, закончились трехдневные испытания аппарата Хука под названием Тритон. Вот, всего лишь такой маленький чемоданчик. Косметичка, можно сказать. Мы и раньше плавали, но вот так плотно, три дня подряд по там 6-7 часов, конечно, это первый раз. Многие меня знают как подводного охотника, тренера даже сборной нашей по подводной охоте. И я хочу предупредить, что ни в коем случае нельзя использовать этот аппарат для подводной охоты. Первое, по этическим соображениям, да, то есть это как бы нарушение закона, браконьерство, вот. Второе, чисто вот по-нашему, по-пацански. То есть охота должна строиться на задержке дыхания, и у рыбы, грубо говоря, должно быть определенное преимущество. Аппарат Хука конструкции Тритон. В первую очередь, это какие-то поисковые работы, когда надо на относительно небольшой глубине обработать большую площадь, что-то найти. Металлопоиск, обработка винторулевой группы у судов, обработка днища и так далее. То есть такая утилитарное предназначение совершенно дает явные преимущества перед любым способом использования аквалангов. За счет, в первую очередь, длительности работы, простоты входа в эту работу, быстро разворачивается и неприхотливая, в общем-то, штука. Ну вот, мы ее испытывали как раз с целью понять, можно ли ее использовать для съемки дикой природы. Да, мы ее будем использовать. Но надо понимать, что объекты съемки это должны быть относительно малоподвижные, достаточно терпеливые существа. Некоторые виды рыб, например, самы, налимы, даже щука и любопытный окунь. Это как раз то, что можно хорошо снимать с помощью аппарата Хука. Вся остальная рыба все-таки побаивается. А, ну еще судаков можно назвать. Судак тоже терпеливая рыба. Он будет стоять, уверенный, что хорошо спрятался, его не видно. Отрадно отметить, что этот аппарат создан у нас в России, нашим конструктором. Время нахождения под водой, конечно, просто умопомрачительное. То есть вообще не заботишься о том, что там кончится воздух, не кончится воздух. Ни разу, хотя это вот облегченный аппарат, ни разу не было такой за три дня ситуации, что я довел его до конца, и он там выключился. И не было такого. Хотя работали много. Конечно, нужно соблюдать правила и технику безопасности. Это все-таки дыхательный автомат под давлением под водой, для дыхания под водой. Нужно иметь определенные навыки. И не так, что пришел в магазин, купил и сразу полез под воду. Нет, хотя этот аппарат намного проще, чем плавание с аквалангом, он все равно требует определенного объема знаний и навыков. Как раз вот сейчас одна из задач была, это подготовка рекомендаций, инструкций и методички по обучению плавания с аппаратом Хука именно компании Тритон. Методичку в скором времени вы сможете найти на сайте Тритон. Всем хорошей погоды, прозрачной воды и шикарных погружений.